Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 227 на странице 127 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Рассмотрите рисунок, прочитайте диалог. Мы хотим сделать наш загородный участок зеленым и нарядным. Продайте нам растения. Что вы хотите купить? Деревья, кусты, цветы? Точно ли покупательница выразила свою мысль? Какие советы вы могли бы дать? Покупательница выразила свою мысль максимально общими словами, поэтому продавец и не поняла, что конкретно ей нужно. Можно посоветовать сформулировать запрос более четко. Уточнить вид растения, размер, цвет, ожидания, цветение, зелень или плоды. В какую часть участка хочется это растение посадить? Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.